что, ну, конечно же, ситуация критическая была, все мы понимаем, да, и отселение, и сколько горя народ Ставропольский получил. Но самое главное, что четко сработала власть, правительство, краевая власть, я имею в виду губернатор лично, команда его. Мы, когда были, региональная неделя как раз совпала с этим стихийным действием. Ну и я думаю, что если бы не активизация местных властей, мы получили то, что получили в 2002 году, вы помните, да, барсуки, когда лично президент приезжал, принимал участие в этом чрезвычайном, в этой ситуации. Поэтому то, что произошло, то, что команда собралась, все поняли ситуацию, вот это главное. Мы, конечно, со своей стороны, депутаты федеральные, подключаемся и сейчас подключены. Вместе с губернатором сейчас решаем вопросы здесь в Минфине, в Министерстве природных ресурсов. Я лично вот с министром природных ресурсов Ставропольского края вместе на прошлой неделе здесь были. В Министерстве природных ресурсов пытались получить вот эти деньги компенсационные. Они что, не пришли, по-моему, в край еще, потому что здесь не решен вопрос, вот мы бегаем. И другие вопросы. Там есть Новотроицкое водохранилище, которым я вплотную занимаюсь. Там есть река Кубань, которая в Новоалександровском районе, там уже подтопление такое, что к домам вода подобралась. Другие территории в Андроповском районе. То есть сейчас вот вплотную занимаемся этим вопросом и уже решили. Кое-какие вопросы, уже ситуация сдвигается. Поэтому, конечно, без финансирования, без помощи федеральных структур, без федеральных денег ситуацию не решить. Поэтому сегодня основной вопрос помощи федерального центра, чтобы мы людям могли помочь и в приобретении жилья, и в ремонте жилья. То есть мы все должны встречаться, обсуждать, принимать людей, слушать их и принимать все необходимые меры для того, чтобы помочь людям и предотвратить будущее, чтобы не получилось в таких ситуациях. Я уже третий созыв Государственной Думы Российской Федерации. Все время курирую вопросы законодательной природоохранной деятельности, природопользования. Поэтому думаю, что мы совместными усилиями не допустим больше таких вот.